Здравствуйте, уважаемые пользователи портала vladivostokcity.ru. В этом видеообзоре мы подробно разберем каждый из режимов мода Tactics для мультиплеера МТА. ТДМ. Самый простой режим. Две команды. Ваша задача уничтожить соперника. Также в МТА есть возможность конвертирования мап из любых игр. Воздушный бой на самолетах. Убейте своего соперника. Поддержка этим модом гоночных карт делает его почти универсальным. Режим бомб. Я думаю, задача ясна. Дерзайте. Бейс. Захват и защита базы. Не умрите в атаке и не дайте атакующим простоять на вашем маркере до захвата базы. Каптур за флаг. Принесите с вражеской базы флаг и не дайте унести свой. Кто принесет больше, тот и победил. Команда противника зомби, немножко тяжелых наркотиков, и вы становите зомби без головы. Сожжите их всех. На этом, пожалуй, все. Релиз подготовлен специально для vladivostokcity.ru. Мы ждем вас. Yeah.